Мотоцикл Honda CB400 двигался по Мамадышскому тракту со стороны Казани. Байкер лихо лавировал в потоке транспорта. Последним, перед самым поворотом, он обогнал автопоезд. Единственным очевидцем происшествия оказался водитель-дальнобойщик. По его словам, мотоциклист обогнал его за несколько секунд до трагедии, после чего на всем ходу попытался по внешнему радиусу войти в поворот, но врезался в металлический отбойник. После удара переднее колесо Honda оторвало, и оно застряло под металлическим отбойником. Байкера отбросило по инерции вперед на 20 метров, а мотоцикл к противоположной стороне дороги. Молодой человек, управлявший мотоциклом, скончался на месте происшествия. Его не спас даже шлем, он попросту слетел с головы. По словам автоинспекторов, шансов выжить при таком падении у человека практически не было. При себе у погибшего оказался паспорт. Выяснилось, что ему было всего 24 года.